Как и обещал, записываю видео. Первое. Это мир мужчин. Мы его строим и формируем условия жизни. Девочки, в силу своих анатомических и психологических особенностей, к нему приспосабливаются. Чувствуешь разницу? Если ты родился с членом и не согласен с данным утверждением, смело отрезай себе его нахрен. Второе. Это касается фраза не только девочек, это касается всех нас. Все люди приходят в этот мир чистыми и светлыми, но попадают в ту или иную среду, агрессивную или благополучную в той или иной мере. Вот это и формирует наше мировоззрение. Различные психологические травмы, различные семейные шаблоны и так далее. И вот это все мы тащим с собой по жизни. Параллельно добавляя сюда еще тонны говна, которые встречаем. По итогу мы все немного ебанутенькие, в той или иной степени. А в дурке сидят те только, кто спалился. Поэтому, дорогие мои, не палитесь.